В Полевском уже на протяжении нескольких лет традиционно проводятся турниры по лазертагу, посвященные Дню России, Дню Металлурга и в честь других праздников. И вот в этот раз бригадовцы решили организовать новый турнир, приуроченный ко Дню Государственного Флага Российской Федерации. У нас было собрание участников военно-патриотического клуба «Бригада». Разрабатывали план мероприятий, смотрели, какие у нас праздники государственные именно существуют, увидели, что есть этот праздник, а как раз планировали в эти выходные либо 21-22 провести турнир лазертаг, вот приурочили его. В состязании приняли участие более 40 человек, разбитых на 8 команд, половина из которых была смешанной. В них бок о бок воевали девушки, юноши и дети. Лазертаг – игра всесезонная. Зимой на этом же полигоне мы снимали соревнования, которые проводились в минус 35 градусов по Цельсию. И вот данный турнир проходит в жару плюс 35. Несмотря на погоду, все участники всегда в отличном настроении. Соревнования проходили по олимпийской системе на вылет. Раунд длился до 2 побед одной из команд. И если новички первые свои бои проводили, что называется, наобум, то более опытные участники перед началом сражений обговаривали тактику и стратегию. В домик не заходим вообще никак. В крайнем случае, если его не видно, можно зайти и через окно его. Я тогда попытаюсь. Несмотря на то, что соревнования по лазертагу в нашем городе проводятся не первый год, еще есть те, кто до этого не играл. Одна из дебютанток – Мария Полищук. Она знала о существовании лазертага, но поучаствовать никак не получалось. И вот, наконец, решилась. Ну, во-первых, я девушка, да, все-таки это мужская игра, мне казалось так. Но сейчас вот первая такая вводная часть у нас прошла, сейчас прошло построение, и я думаю, что здесь все, в принципе, совсем разберется даже девушка такая, как я, и, в принципе, это очень-очень интересно. Правила игры настолько просты, и организаторы все доступно объясняют, что любой новичок втягивается очень быстро. Приходят с семьями, это очень такой хороший повод собраться с семьей, побыть вместе, поиграть, активно отдохнуть. Тем более погода бывает. Погода вообще шикарная. Новичкам везет, и Марья Полищук вместе со своей командой «Циркони» сходу взяла второе место, дойдя до финала лишь в решающей битве, уступив коллективу с названием «Зло». Бронза у команды трубопрокатного цеха номер один, почетная четвертая строчка у еще одних новичков сборной «Next». Несмотря на поражение в финале, Марья не расстроилась и говорит, что в следующий раз они обязательно победят. Надо приобщаться к этому, к спорту, и вообще всем советую побывать здесь, в бригаде, да, и поиграть в лазертаг. Это очень-очень классно. После трехчасовых баталий командам были вручены почетные грамоты и призы, предоставленные Северским трубным заводом. Максим Исаенко, Алексей Крепанов, новости 11 канала.